Инспекторам ГАИ пришлось скрутить участника ДТП в центре Челябинска. На съемке водитель о чем-то спорит с дорожными полицейскими, после чего мужчину скручивают и проводят к патрульной машине. Как сообщили в ГАИ, авария случилась на перекрестке улицы Энтузиастов и Сони Кривой. 29-летний водитель такси при повороте налево не уступил дорогу «Фольксвагену», который мчался прямо. Второй иномаркой управляла 33-летняя женщина. От удара машина такси вылетела с проезжей части, но когда на место аварии прибыли инспекторы ГАИ, с водителем такси случилась потасовка. Кстати, оказалось, что у предполагаемого виновника столкновения нет страховки.